Мама, это для меня это идеально там, если может существовать, это моя мама. Что она гордится, потому что она давно мечтала услышать все меня вот такой и увидеть такой постать. Наверное, мы дети являемся какой-то осуществленной мечтой наших мам. То, что тогда им не удалось. Все, что как бы доступно человеку, и хотя бы не я на сцене, это целиком заслуга моей мамы.